able to change the size of the red dot. The glow. Uh-huh. Cause I'm used to have like huge. Yes. Okay. Like past 70-80 meters, my Cobra sight renders useless. I can't hit anything with it. But say up to 50 meters, I'm deadly precise with it. Cause it's so big, it makes me able to acquire target faster. Вот сейчас снова локер. А, да. Обожаю эту карту. О, и карта Титу. Таля. Да. У тебя есть хардлайн? Нету. И не хочу. О, фи... Я думаю, если будут на этих картах играть, вот кто... Блять, там на Касса Дельта. А надо. Да. Well, I came to the conclusion I'm not gonna play on the block anymore. I like this map, really. It's better than block. Я сейчас буду... I can make on block a lot kills, but it's boring when you spawn 3 times in the row and you get killed because you an enemy assist. Saw you first. Помощь. Assist. Помощь. Почему они делают вас кусать из знака помощь? The issue I seem to run into is that the whole lanes on the sides are always blocked by snipers. I know one map in hardline called the block. Everywhere is snipers. Cheaters in the house, all that we lost. А чё, ещё никто не виснулся? Так, непорядок. А, Тито. Till I come. Ахуе. Wait, Mustafa, wait. Stand up. Dropping a medkit, motherfucker. Oh my god. Ох. Ну фук, петристы, сейчас я за вашими душами приду. Серёг, ты ж на вас зашёл. Что это такое? Гвез... О, гвоздомёт. Знаю почему. Убит в бою, охуеть. Баги такие жёсткие. Чё ты убит в бою? На, сучка. Лежать. Да, лежит. Как у вас там? О, теперь меня перекидывают. Я подниму сейчас. Не надо, там лежит. Поднял, хотя... давай. Убил его, все. Какое-то издевательство, блядь. Терс. Да как? Я... С одного выстрела меня эти снайперы уже бесят, блядь. Криворукие, блядь. Рачилы. А он. Надо всего лишь сделать одно нажатие. Ну, блядь. Первый раз зашел, фиксю пин. Второй раз зашел, перекидывает туда-сюда. Мустафа. Come on. Много их там, Юра? Да. На личный тайм там сидят. И самое главное, что не только считаем, а еще с FN-фалами. Это пушка... имбовая. Да, да. Очень. Нихуя.
О, блин. Много? Нет, двое. Я не подниму газ, кин накидали. Трое. Да. Ты лазер-то выключи. Ага. Пиздец, какая хуйня пишет, блядь. Бля, я порой, знаешь, как в батле 4 стреляю, иногда прекращаю просто. Думаю, что сдох он уже. Чё там наверху, ну-ка? Тебя тоже, блядь. На, сука! Лежать! Там еще один. На, сучка, блядь. Заражем сейчас, блядь. Переживет Россия. Всех коллег расстреляли. Осторожно, лазерная растяжка. Оу, щит. Нас! Нихуя! Это как? Просто заваншотил, блядь. Даже хэдшота не было. Блин. Так пусть стоит, главное. Аптечку не забывай кидать. Да, кинул. Райдо. From Alpha. Хо-хо! Чё я не смог, блять, не могу это сменить команду, это хуйня. Чё за хуйня? Это, блять, как понятно? Это, блять, вообще. Do you hear? In team speak? Right someone. Он, блять, вообще какой-то бессмертный в натуре был. Ни одного хитмаркета, блять. Я ему чисто в пупок стрелял. Даже это. Ассисты даже не дали, представляешь? Титу, окей. О, выходит. Ахуе! Fuck this shit. На, сучка, тебе. Че, я могу перейти к вам, ебать. Бля, там у них снайперов пиздец. Ага. О, перешел это. А не. Че у меня раскраска-то, а? Давай зеленую. Какую добавили еще? О, прикольная. Ну да. Тоже прикольная. Да блять, а? Бро, мне кажется, что Рега вообще плохая. Ну бывает. Где там этот пидорас-то, а? Ну здесь еще и... Кого, блядь? На, сучка. Wait. Fuck again behind. Oh. Здесь тоже такой баг подбрасывает наверх, блять. Так и не пофиксили они его. Убили, блять. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. А чё мы дельту теряем? Серёга, левая цель.
Чё за хуйня? Чё ты говоришь, Виталь? Ты его знает цель? Хуй его знает. Наверное, да. Вот теперь да, уже. Да, всё. Лол. Don't deal. Да откуда? Сзади. Блять, лампочку начал стрелять. Пиздец. Оу. Оу, левел 1 нагнул меня. На моем трупе один. Сейчас. Макс, ну ты купи и скачай мне эту игру, окей? Да-да-да, сейчас я пока доиграю сработает, и... Пока я сработаю, уже пришел, будет куплено. Скачанная была. Ну скачать тоже надо. Хули. На эти сучки, а? Ого, да сколько их там? Блин, стоит наш, прям рядом с ним, спиной в спине стоит враг, и он в него не стреляет. Это что такое? Это типа скилл такой нужен. Оу. За грузовиком. Сейчас я хочу пострелять. Чем пострелять? Да. Ок, во. Да ладно. Да убейте вы этого пидораса, бля, сейчас я за ним приду. Ах, камон. Сейчас я за этим пидорасом, блядь, приду. Их там на эскалатор просто куча. So much fucking snipers in the, this game. Оу, чё она не ваншотит, блядь? Лол, jump bonus with a motocross. Юра, не я поднял. Спасибо. Чё-то много их? Ну, я не видел никого, но есть. Стреляет кто-то. Ещё дым, дым мешает очень сильно. Пустота. Там двое, а трое вон на миникарте. Вообще с другой стороны убили. Знаешь, что они не прикрывают, они же не смотрят, что врагов надо стрелять. Равью. Зачем? Их же жалко. А? Они такие хорошие. Да, такая анимация охуенная. Прям на нее приятно смотреть, как таракан. Да блять. Да, опять откуда-то убили, непонятно вообще. Подниму, давай, на суточку. Граната, уходи. Там снайперы. Ну, можно прорушить. Рашим. Блять, там их трое. Го-го-го-го-го. Вау. The satisfaction of killing us camping sniper with the platoon. О, а да надо, он не успевает даже просто подойти туда. Ты вперед так не беги. Вперед. Растяжка. Ну кто меня там забло? Че, Юрец, блядь, надо идти вперед сразу. Там растяжка, ты бы мог залезть на перила, а не сзади меня стоять. Блочить. Я хотел залезть на перилу и... Я хотел перейти через эту... Все точки просрали, блядь. Да не надо ничего там было переходить. Блёк, о май гад. Ладно. Не ты только виноват. Может, я тоже допустил маленькую ошибку.
Маяк слева у них. Где он, блядь, внизу? Откуда? На балконе. Вижу, забрал. Вот, гайд, вот из гоминан. Ну, при попадании так сильно оружие уводят. Я зашел за них. А, вот он у них маяк. О. A little lot easier to play now when I can have the sensitivity I want compared to last time I played it. Ух, не убило, уходим. Just having to deal with all the snipers now. Okay, go outside. Go outside, guys. Outside. Ага. Да. Пиздец, при перезарядке, блядь. Виталя, ну ты такой бесстыжий. I got killed by an armored vehicle. But it didn't show up that he switched seats. Макс, ты встречай у них за спиной. А, мы с тобой вместе, да. Сзади, дроболит. Ну где я сдох? Бля. Вот это что за винтовка фал? Что-то они вообще, ой, она вообще ваншотит. Это страшное оружие, Макс. По убойности это как К-10. Только она еще на расстоянии стреляет офигенно. Кто там жарит? И перезаряжается быстро. В общем, она всем хороша. Гайз, щит. Только у нее отдача бешеная. I have a plan, I have a plan, I have a plan. Мустафа, come on, come on, come on, come on. I saw it. В остальном идеальное оружие. Come on, left, right, two guys. I'm dead. Ну куда-ка я? You have a new micro? Все шатается, блять, хуй попадешь. What? You have a new microphone? And microphone? New head deck. Да, у него новый микрофон. Yeah, new headset, I bought one. There's today. A guy here named Sergey. Was like, is it reptile? Nah. But the reptile, I don't know how to make it surround. Бля, где они, внизу? Yeah. Вверху, по-моему. And... Сотанс, ябла. For what you need surround? Yeah, surround is better, I know. Да. Оле, Кито, you are... I went control panel. Down, sitting. And it says just stereo. I don't like surround, I think it tricks me more than it helps me. Surround is better for play, yeah. I actually started using war tapes when I copied the Mexus profile. Да блин, сам себя грабил. That helped me a lot.
What the fuck is going on with the fucking... У тебя Юра там, вообще каленый, слева. Да что? Да ладно, убили у тебя уже. Угу. Я забрал его. Молодец. Сейчас подниму. Прикинь, мы проиграли. Men ta upp den då. Одни маяки у них. Sergio, do you want to buy hardline? Вообще. Вот у них там кипидрист, а даже. The DLC by Dimexo for me. А, Dimexo. It's rich man. That makes you selling free. No, no. He sent me money and I will buy it because he cannot buy it. He has a problem with credit card. Oh, me too. Okay, send me. Oh my god. Oh no, thanks. Okay, guys. Окей. Утром уже можешь поставить на закачку. То есть сейчас доиграю и все. Окей, хорошо. Давай. Давай. Спасибо. Пока. Давай. Блин, надо выучить эту карту. Столько много проходов, пиздец, слева, справа, слева. А, вот теперь я понял. То есть что. Давай точку возьмем. Мы, кстати, Юра, с тобой вообще неправильно играем. Мы вообще пока вначале на фраге играем. Хотя надо на точке играть. Ну да. Ну она будет это, карту изучить, а потом уже играть, ну, вот, очень, на да, победу. То. А то бегать и. Заблудимся еще и умрем. Давай там куда? На Б. Ого. Ну, сейчас точку берем, альфа у них. Парди, 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 стой, 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 стой. Я не знаю, блин, где мы. Откуда он знал, а? Так, минус один. Ты сейчас ВХ, что ли, играют? Бля. Еще и слева, бля. У них, по-моему, командир. А, не у нас. Вот бы нам дал бы скан бы на точке Б. Куда он дает скан? Мы, блядь, точки берем, блядь, а я сидел, гадал, блядь. Ничего не вижу. Да, тормозил, что бесполезен. Где-то здесь, блядь. Пиздец, у нас инвалиды. Ой. Вышел на него даже не стрелять. Ну, с префайером мог выходить. И это первый раз играю на этой карте, блядь, второй раз. Сзади идут. На, сучка, блядь. Ебать! Здорово. Куда пришёл? Ладно, не буду я резаться на вас. Видимо, сами не знаете, куда бежать. За будкой какой-то прятались. Я сам вообще не знал, резнулся, смотрю, лежу в кустах. Я помню на тебе, да-да-да.
Бля, гранату докинул, а? Опа. Lol, the physics when you drive in the outline, it's a joke. Нихуя их там наверху. Это у тебя. Да. Будет рез. У меня слишком много. Соточка. Давай, вставай. Спасибо. Они внизу, походу. Ну, вверху тоже есть. Такое ощущение, что оружие и его отдача не совпадает с тем местом, куда оно стреляет. Да, да, есть такое. То, что я давлю пушку вниз, и у меня хит-маркеры пропадают. Бля, вот это вообще было огонь. Закрыл дверь. А двое не успели зайти, не успели зайти внутрь, расстрелял всех нубасов. Бля, жаль, что последняя карта, блядь, завтра на работу. Ай-дай-дай-дай. Половина шестого надо вставать. That was some fucked up nasty co-op. Ого. Да ладно, а тебе. Мне интересно, здесь маленькая птичка есть, а то я давно уже играл, забыл. Маленькая птичка, не знаю, тут много чего нет полезного. Например, прицела нормального нету. Блин. Он где-то там наверху. Бум. Ого. Бля, слева в углу вот. Блять, я думал здесь тупик, стенка. Ну чё ж так они не увидели его. Убили его, а труп его шевелится. Вот и в ОСВ, из которой я стреляю, у него вот эта вот вертикальная отдача просто бешеная. То есть я стрелял в противника, который чуть ли не на втором этаже был, а убил того, который был на первом. Угу. Условно говоря. Читер. Дэт. А, это кто? Пишет ли? Не, не знаю, кому он пишет. Fucking roof campers. Yeah. I'm a thief, huh?
слышно, следующий день, через недельку, да, заходим такие, батлу четвертую, играет 100 игроков, а в Hardline 20 тысяч. Как-то смешно озвучили вообще. Как будто хуй в задницу засунули. Something that would be really nice if you could set preset on the preferred perks upgrade so you never have the choice. Yes. Бля, видел черную хуйню, думал это, блядь, враг. Оказывается, какая-то деревяшка, блядь, была. Блин, на точке. Еще двое на точке. Чарли берут. А нашим похуй. То здесь они внутри. А, они на втором этаже. Ну-ка, иди сюда. Маленькие две сучки. Бля, мы точки теряем. Чё за хуйня, Дельта? Да они пролезают сквозь наших и ставят маяки сразу же. Ох, вы какие хитрые, а? Е. Чё-то просрали мы немножко. Бля, как наверх подняться, а? А моя сука! Fucking mines. God, I hate them. Mines and camping snipers. Бля, у вас там внизу где они, блядь? Get wrecked. You got wrecked? I hit a guy front face with the baseball bat. That's always enjoying. Бля, це потеряли. Чё, раунд кончился? Поебали? Да. Печально. Ну чё, Юр, давай спокойной ночи. А, ну, сейчас. Давай. Быстренько куплю, дался и спать. Давай.